Уважаемые пассажиры, на основании правил перевозки пассажиров на полигоне деятельности акционерного общества Северо-Западная пригородная пассажирская компания за безбилетный проезд в пригородных поездах взимается сбор за оформление проездного документа в размере 80 рублей. Сбор взимается со всех категорий граждан, осуществляющих поездку без билета от станции, где работают пригородные билетные кассы. Оформление сбора производится при проверке билетов в поездах, а также в билетных кассах после совершения поездки. Благодарим за внимание. Уважаемые пассажиры, приобретайте проездные документы на пригородные поезда через терминалы самообслуживания. Это сэкономит ваше время. Все пассажиры с нарушением опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения по территории вокзального комплекса, а также узнать подробную информацию о печке и порядке предоставления услуг маломобильным пассажирам на железнодорожном транспорте, можно позвонить по бесплатному федеральному номеру 8 800 775 400 добавочный 1 или на сайте УАО РЖД в разделе «Пассажирам с ограниченными физическими возможностями». Благодарим за внимание.